До Гран-при Азербайджана «Формула-1» остались считанные дни. Лицезреть захватывающую гонку и просто насладиться азербайджанским колоритом в Баку приехали сотни туристов из разных стран мира. Проведение масштабных мероприятий, таких как Гран-при Азербайджана «Формула-1», превратили Баку в одно из самых привлекательных туристических направлений. По сообщению Государственного агентства по туризму, за первые 5 месяцев текущего года Азербайджан посетило более 400 тысяч иностранцев. За минувший май число иностранных гостей увеличилось на 166%. В целом, в январе-мае нашу страну посетило более 468 тысяч человек. Это на 118% больше в сравнении с прошлым годом. И данный показатель продолжает расти. Баку в основном посещают граждане Турции, России, Ирана, Грузии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Индии и Великобритании. Мы приехали в Баку этим утром. Нам очень понравился город. Люди очень приветливые. Это мой первый визит в Баку, и он уже произвел на меня впечатление. Мне очень понравился старый город. Погода здесь также прекрасна. Сейчас собираюсь перекусить в одном из здешних ресторанов. С нетерпением жду следующих 6 дней. Я в Баку впервые, но много читал о нем в интернете. Стоит сказать, что за годы независимости ваше правительство провело огромную работу. Появилось столько современных строений, город преобразился. Мне очень все понравилось. Высокий темп роста турпотока дает основание утверждать, что проведение мероприятий, подобно «Формуле-1», безусловно, вносит значительный вклад в развитие туризма в Азербайджане. Фарид Адилов, Руфат Алекперов, CBC.